Ну точно 4. 10. Подними. Подними. Поднимись. Будет выше. Курочек примите обратно. Каких? Ну, каких ваших? Они маленько в другой стайке жили полгода. Как получается? Это чьи курочки? Ваши? Искали мы ваших курочек. Нашли тех, кто их украл. Они их не убили, ничего с ними не сделали, у себя держали. Украсть украли, напугали с ними, что делать? Держали в стайке с другими курями. Ну-ну. Вот. Сейчас вам возвращаем, потому что нам их держать нет. А я сколько вам должна? Нисколько. Нисколько. Это наша работа. Вы же записали заявление? Писали, мы их нашли. Хорошо, идти. А этого? Я уже... Вот у меня курочка. Теперь надо побольше места. Давайте я помогу. Подождите. Сейчас. Я побольше сейчас. Ну эти тяжелее куры. Эти, хоть соседки купила, но это большие куры. Что-то большие стали. Так им уже 2 года почти скоро будет. Вы же брали когда? В 19 году? Да. Вот. А Артуру уже 21 год уже. Ой ты какая тяжелая. Ух ты. Какая. Куда? Сюда. Мне было так обидно, что я ухаживала. И главное, 4 часа я видела, что посадила кур, и они куда-то исчезли. Мне было так обидно. Я вам благодарна. Дай Бог, и чтобы вам было хорошо, и вам хорошо. Да и вам тоже хорошо, что было. Поэтому пусть растут курочки ваши. И вот такие вот несут. Нет, они хорошо несут.